Позади длинная череда праздников, а у православных христиан впереди еще один – Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января весь православный мир будет отмечать один из самых главных праздников. Праздником Крещения заканчиваются рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Празднование традиционно начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают крещенский сочельник. Главная традиция праздника Крещения Господня – освящение воды. Считается, что омовение святой водой очень полезно. В Новочебоксарске все желающие окунуться, не имеющие противопоказания по состоянию здоровья, приглашаются посетить бассейны на Крещение Господне. Благословение крещенской воды будет совершено в бассейн Дюсуше номер 2, школа номер 8, 18 января в 14:00, Дельфин, школа номер 17, 18 января в 14:30. При посещении бассейна необходимо иметь медицинский допуск, справка, медкнижка, купальные принадлежности, полотенце, сланцы.